Привет, смотри, какое небо. Раннее утро. Ураган Николас все-таки покидает наши края, но ветер сильнейший, и от ветра за ночь замерзла вода на тротуарах. Сплошная корка льда, практически это называется сильный гололед. Ну, пробуем бежать. Кроссовки пока держат. Привет, привет. Классные, наверное, пробежки. Небо просто невероятное. Столько света. Давно отвыкли от того, что мы бегаем в свету. И вообще, ну, какие бы ни были ураганы. Ага, и свет погас. Вот, наступило все-таки то время, когда уже гасят фонари во время нашей пробежки. Но весна движется. И уже давновато мы не бегали в лесу. И так захотелось куда-то в такие вот хвойные большие площади. Назначена на ближайшее воскресенье большая пробежка. Все в лес. Обычно я как-то даю себе вправо-влево сдвижки по времени. Могу сказать, уикенд, этот и следующий. Но здесь конкретная дата. Будем смотреть, какая будет погода. Хотя обещают мороз, снег. Я с нетерпением жду этого бега. Я думаю, погода нам не будет никакие сюрпризы преподносить. Не будет никаких сюрпризов и в экипировке. Будем одеваться по погоде. Не так, как эти парни. Вчера нашел в интернете ролик. Большая толпа парней выскочила. Ну, в одних кроссовках, трусах бегут по заснеженному городу. Посмотри. Не знаю, обратил ты внимание или нет, что у них одеты на ноги. Кто-то в таких кроссовках, кто-то в таких, а кто-то вообще в каких-то ботинках. Может быть, там такие бегуны, которые не постоянно этим занимаются. Во всяком случае, не знаю, как в ботинках можно получать приятные ощущения от бега. Ну, а в трусах, наверное, это все-таки будоражит. Да и техника бега, если ты обратил внимание, у всех совершенно разная постановка стопы на землю. Интересный ролик. Интересное небо. Да, было плюс 5. Сейчас за ночь был минус. Завтра обещают минус 5, потом минус 10. И вот это вот лед. Лед. Ты видишь, птицы какими-то просто огромными тучами летают, как перед сбором на юг. Но сейчас как бы югом не пахнет, не знаю. Может быть, из-за сильного ветра, или это у них зарядка утренняя, как у нас. Ну все у меня скоро на сегодня. Классная оказалась пробежка. Супер! От этого солнца, света и ветра так здорово бежалось. Живи ярко и до следующей нашей встречи.